Один мой американский приятель, постоянно мотающийся по миру с непонятными целями, отличается от других моих иностранных знакомых замечательным чувством юмора, поразительной откровенностью и удивительной точностью прогнозов. Назовем его условно Дэвид. Когда мы встречались в последний раз, я спросил его: «Дэвид, если ради сохранения господства доллара ФРС вынуждена постоянно продавать золото, то это значит, что у них есть какой-то план на игру. Это значит, что ФРС платит золотом для того, чтобы купить себе время, необходимое им для реализации этого плана. Как ты думаешь, что это за план?» Мы столкнем войну Индию с Китаем. У них теперь основные мировые запасы золота. Мы займем позицию вышестоящего судьи и будем помогать им в этой войне друг против друга в обмен на золото. Когда эта война закончится, обе эти страны будут ослаблены до неузнаваемости, а все золото каждой из этих стран окажется у нас. И цикл начнется заново. Но ведь и у Индии с Китаем сегодня нет никаких поводов для войны. Вы, наверное, лучше нас понимаете в балете, и, возможно, вы достигли большего прогресса в ракетостроении. Но в том, как развить и обустроить противоречия между любыми странами, нам нет равных. Противоречия есть между любыми соседними странами. Их всегда можно обострить до такой степени, что для начала войны понадобится только правильно организованная провокация. Мне стало немного обидно, потому что я понимал, что Дэвид прав. Мне просто нечего было ему возразить. Желая как-то отомстить Дэвиду за его правоту, я сказал: «Но ведь именно Россия не позволила вам разбомбить Сирию так, как вы до этого разбомбили Ливию», на что Дэвид ответил: «Да, действительно, ракетная дуэль с русским флотом не входила в наши планы, но это ничего не меняет. Асад обречен, мы все равно его уберем. Это вопрос лишь времени. Мы можем печатать доллары в любом количестве и покупать за эти доллары нищих по всему миру. Эти нищие готовы воевать за несколько наших долларов в день где угодно и с кем угодно». И Дэвид продолжил, что если счет потерь будет 100-1 в пользу армии Асада, его солдаты закончатся быстрее, чем те миллионы нищих со всех бедных стран мира, которые готовы воевать против армии Асада за наши свежеотпечатанные доллары. Это называется затяжная война на истощение чужими руками, или, как у нас говорят, прокси-война. Численность армии Асада быстро и неуклонно снижается, а численность вооруженных ими нищих со всего мира в Сирии быстро и неуклонно растет. Поэтому, чтобы убрать Асада и поставить на его место другого человека, просто нужно какое-то время, за которое они действительно готовы платить золотом. Но это не страшно, потому что свое золото они все равно вернут. Как только будет покончено с Асадом, они бросят через территорию Сирии трубу с дешевым катарским газом в Европу. Таким образом, мы выдавим «Газпром» из Европы. Россия останется без европейского рынка сбыта своего газа. Значит, бюджет России останется без денег. Через некоторое время в обнищавшей России произойдет социальный взрыв. Мы поможем это организовать и ускорить. После чего мы поставим у власти в России своих людей и развалим Россию на несколько частей. Точно так же, как ранее, мы развалили на враждующие теперь между собой части бывший Советский Союз. Тогда это получилось у нас практически бескровно. На этот раз для развала России мы столкнем войну христиан с мусульманами. Мы имеем большой опыт работы с богатыми нефтью странами Африки. Население этих стран постоянно воюет между собой. Мы помогаем им находить поводы для того, чтобы они убивали друг друга без ненужных пауз. Но ни одна из враждующих сторон никогда не трогает наши нефтяные промыслы. Это табу. Папуасы могут убивать друг друга, сколько им нравится, но они не имеют права повреждать наши нефтепромыслы и как-то препятствовать работе нашего бизнеса в этих наших колониях. Такое положение вещей создает для нас очень выгодные условия. Единственное место, где коренное население этих стран может чувствовать себя в безопасности, это наши нефтепромыслы. Поэтому нам нужны повсеместно царящие в этих колониях нищета, кровь и хаос. Это позволяет нам набирать на работу самых лучших из туземцев за копейки и на конкурсной основе. При нормальных условиях и более высоком уровне жизни в колониях нам пришлось бы платить аборигенам гораздо более высокие зарплаты за работу на наших нефтепромыслах.